Сегодня 20 июля, я хочу сделать обзор, что у меня на данный момент в теплице происходит. Вот этот куст жженый сахар, вот он уже начинает краснеть, помидоры, вот они какие кисти, очень много помидоров, все в помидорах, новые растут, очень хороший сорт, помидоры небольшие. Вот второй кустик жженый сахар. Ай, надо подвязать уже. Обламываются вот тоже. Кисти обламываются. Ой, обязательно надо подвязать будет. Так, вот это зеленый. Это синие помидоры. Индиго роуз. Вот. Такие большие здоровые кисти. На нем вот раз, два, три, 4, 5, 6. Вот другой ствол. Еще вот 7, 8, 9. Вот и дальше формироваться начинает 10. На одном только кусту. Так, вот тоже Indigo Rose сорт. Вот. Другой кустик. Вот раз, два, три, четыре. Тоже достаточно много кистей. Вот. Ой, надо обрывать. Надо обрывать. Синяя гроздь. Тоже много помидоров. Вот они. Какие красивые. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, ну и будет больше, конечно. Так, вот здесь сорт тоже синих помидоров. Ну, написано синяя гроздь, но это не синяя гроздь, потому что синяя гроздь была вот только что с синими помидорами. Это или Indigo Rose, или Blue R20. Тоже достаточно много кистей висит. Вот она. Она там раз, два, три, четыре. Вот пятая кисть цветет. То есть вот хорошо они очень растут. Вот там на заднем плане тоже синие помидоры. Тоже вот можно видеть, что достаточно много их. Завязывается. Вот опять синяя грудь. Вот они какие. Вот они какие. Вот тут не формировал кисть. Вот они еще завязываются. Вот два. Пасынок пошел. Но его не буду обрывать, потому что он уже с цветочками идет. Вот три, четыре. Но будет, конечно же, больше. Так, вот тут у меня помидорка чем-то заболела, пришлось один ствол обрезать, вот, но тут вот мелкие получились, вот, раз, два, три, вот тут четыре, но они очень мелкие, пять, а, нет, нет, кисть, нет, нет, вот пять, ну, тут совсем мелочи, горошины, конечно. Вот на заднем плане, конечно, более удачный кустик. Вот. Вот такие кисти висят. Раз, два, три, четыре, пять. Вот зацветает шестая кисть. Так, вот на другом стволе получается. Вот. Вот тут вот получается 7, 8, вот здесь вот 9, ну и дальше 10. Достаточно много. А вот тут кисти на следующем помидоре Blue R20 уже ломаются. Вот, значит, ломаться приходится, подвязывать. Вот раз, два, три. 4, но тут, конечно,
Конечно, вот 5. Вот она кисть. Вот она кисть. 5. Вот она 6. Тут, конечно, покрупнее на этом кусту помидоры получились. Дальше опять у нас идет на заднем плане. Тоже удачный. Удачный помидор. Вот. Кисть одна. Вот вторая. Вот там треть. Так. Вот. Достаточно много. Еще цветет, еще будет дальше формироваться. Вот опять синяя гроздь. Вот. Опс, отвалился. Ну ладно, я его заберу. Вот. Раз. Кисть большая. 2. 3. 4. Вот тут пришлось оторвать. 5. 6. Ну и будет больше, конечно. Вот на заднем плане тоже можно видеть достаточно много. И вот этот сорт я не знаю, что за сорт, но тоже можно посмотреть, что на нем тоже висят кисти с помидорами. Тоже есть в кистях. И на заднем плане там такой маленький кустик тоже. Весь в кистях. Дальше у нас идет второй ряд. Вот тут сорт груша черная. Пока она еще, конечно, не черная и даже не начинает чернеть. Но вот помидор достаточно много на нем висит. Для такого маленького кустика. Вот он. Второй кустик того же сорта. Вот тут дальше идут помидоры дзыбаю. Вот они меня достаточно радуют. Хорошо, у них много завязалось кистей на нем. Вот могу показать, посчитать, сколько завязалось. Вот одна кисть. Вот вторая кисть. Вот третья кисть. Вот четвертая кисть, вот пятая кисть завязывается, вот шестая цветет. Это на одном стволе, вот, наверное. Пасну-то я, наверное, обломаю сейчас. Ой. Ой, какие прочные. Да, вот так. Ну вот. В другом стволе тоже. Вот кисти. Вот кисти. Вот кисти. Так, вот это опять у нас пасма. Обрываем. Еще одна кисть. Ну и дальше он еще цветет. Вот он уже практически доверху дошел. Ну и там, соответственно, на заднем плане тоже кустик дзыбаю. Он уже в 3 ствола пущен. Вот, вот это помидор сорт русский черный. Вот на такие кисти завязывает. 1. Вот это 2. Вот. Там вот на заднем плане тоже русский черный. Вот это вот у нас сорт зеленые купола. Вот тоже он завязывает помидоры. Вот еще кисти формируются. Цветет еще. Дальше у нас опять идет сорт русский черный. Вот можно видеть, что тут очень много висит. Вот здесь. Вот там тоже видно висят. Вот тут висят. Вот. И все еще он продолжает цвести, формировать новые помидоры. Вот тоже русский черный. Вот, вот тоже, вот помидоры, вот. Так, на заднем плане тоже русский черный. Вот это вот, скорее всего, куст папина угощение. Тут такая большая толстая ботва. Вот помидорки только начинают формироваться. Вот у нас, вот они как выглядят. Тут практически все помидорки завязываются и не отваливаются практически. Так, вот. Вот он тоже кисть у нас формирует.
помидорки наращивает. Вот они идут. Вот два ствола идет. Вот на новых тоже возникают помидорки. Это у нас опять русский черный. Вот они идут. Вот кисти формируются хорошо. Завязываются помидоры на нем. Дальше опять у нас идет папино угощение. Как бы сделать так, чтобы было удобнее. Вот они помидоры. Раз. Два. Три. Вот они уже доверху доросли. Приходится их загибать, пока он еще цветет. Вот дальше сорт яйки тоже. Мне, наверное, он понравился. Так, цветочки желтеющие надо обрывать. Так, вот это, наверное, тоже я оборву. Вот, тут достаточно тоже много. Если посмотреть, вот такие вот красивые, красивые кисти. Вот там уже достаточно большая кисть, много помидорок. Ну, в общем. Вот, теперь можно посмотреть, что творится в другой теплице. Посадили помидоры поздно, в мае. Вот. Вот это у нас легенда Тарасенко помидор.